Все, ребят, я дома. Меня тут сразу встречают дети. Ваня подбежал ко мне и улыбается. Я губы себе сильно застудила. Ой, хорошо было на природе. Классно. Сейчас пойду на рыбу чистить. Ну, в общем, сложно, где-то ведро, может, полтора поймали. Да. Хорошо. Так, ну-ка, Марина, не качай, сейчас там все упадет. Ладно, пошла рыбу чистить. Оксана, меня встретила Марина лохматая, которая еще не переплелась. И Ванюха. Ванюха, скажи привет. Ваня, помахай ручкой. Всем скажи привет. Мы еще по дороге заезжали там на одно место. Желтый шар выкопали. У меня нынче вымерз, поэтому выкопали. А здесь рыба лежит. Вон рыба. А там сапоги, а тут плед. Ладно, сейчас пойду все это убирать и рыбу чистить. Да, Ваня, Ваня, смотри, какая рыбка. Борсы. Маша, скажи всем привет. Мама. Так хотя бы, не хочется вам, хотя бы так, молодец. У нас там сегодня дорожки чистят. И такая пылюга от этих машин. Нет. Ладно, пошла я. Дорогие друзья, уже поздно включилась, но вот в целом чищу рыбку на улице, для того, чтобы шелуха везде не летела. Лучше на улице почище, тут же также помою. Уже вот тарелочку такую вычистила. Сейчас остальную буду чистить. Ну, а если вам интересно, то вы можете смотреть. Все, ребят, разделала всю рыбу, часть посолила, а остальную пошел муж уху варить. Я уже устала, все. У меня, кстати, на что-то аллергия. Вы посмотрите, что у меня, все лицо. Это я так с природы приехала, у меня так все лицо. Или аллергия, или на укусы у меня так. Я себе кофе сделала, сейчас попью кофе и будет классно. Ладно, ребят, буду монтировать, а то пока я была в лесу, видео почти не выходило. Дорогие друзья, всем добрый день, у нас уже день, а я еще ничего не снимала. У меня муж уже съездил в больницу и попросила его зайти в аптеку. У нас на отсрочку лежали лекарства. Он забрал амброксол, сейчас еще посмотрим, еще один амброксол. Он там забрал и Ринорус, все, больше ничего. Вот три лекарства забрал. Ладно, я сейчас хочу сходить в магазин, хочу сегодня ленивые пирожки сделать деткам. Но вот посмотрим, сейчас схожу в магазин и потом уже будем думать, что дальше будем делать. Так, дорогие друзья, сходила в магазин, что взяла, сейчас все потихонечку вам покажу, все, что я взяла.
Взяла 2 кефира. Сегодня хочу сделать ленивые пирожки с луком и яйцом. Так, взяла хлеб. 1 черную. Это у нас потому, что папа ест черную. И 3 булки белого. Сразу буду на полке слаживать, поэтому извините. Сегодня, как вы заметили, я одела новый костюм от Василька. Такой, слушайте, удобный, но непривычно то, что открытое плечо. А так, в принципе, нормально. Дальше. Взяла колбаску. Папа может мясная палочку. Взяла деткам печенье. Ой, что-то узорное, что ли, называется, 2 упаковочки. Сегодня, потому что мне некогда будет, я сегодня хочу грядками заняться. Взяла пакетик сыворотки. Их любимые булочки. Морковочку корейскую взяла. И взяла 2 литра молока. Вот в целом все покупки. Сейчас быстренько пьем чай. Переодеваемся. Поставлю тесто на ленивые пирожки. Или что, не знаю, посмотрим. Или сейчас, или вечером пожарю. Я просто, видите, хочу морковку продергать. А потом полить. Чтобы она нормально протяпать и полить. А то времени все нету. На рыбалку ездил, то еще куда. Ладно, дорогие друзья. Идем пить чай. Так, ребятки у нас гуляют на улице. Да, Оксана? Хорошо на улице? Ваня, тебе хорошо на улице? Чтоб на диван больше песочек не сыпало, то по жопе получишь. Весь диван песочки. Так, Маша вынесла носочки. Маш, смотри, по 2 носочка будешь вешать вот на эту веревочку. Прищепочки у тебя есть. Давай, приступай. Я сейчас уберу белье и хочу заняться морковкой. Тебе показать. Смотрите, вот она, видите? Вешай, говорю, все на веревку. Видите? Надо потихонечку полоть. Ее, правда, мало, но что взошло, то взошло. Я рада, что хоть это взошло. Ладно, уберу белье и будем заниматься морковкой. Тут Маша вам поставила такие вазочки с цветочками. Да, Маша? Там 1 розочка, тут 3 розочки. Что-то она так понаставила. Ну, вот такие вот вазочки у нас стоят, красивые. Перед домом. Ладно, развешиваем белье с Машей. Дорогие друзья, у нас уже ужин, и на ужин сегодня у нас вкусная-привкусная крошка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита, но мы пошли кушать. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. Мы делаем снова окрошку. Вчера все съели. Сегодня муж с утра уже отварил картошку с яйцами. Я сейчас нарезаю колбасу, остальное, потому что они все уже нарезали с детками. И будем делать снова окрошку. Напишите, что вы делаете. Ладно, сейчас сделаем и будем кушать. Окрошка вкусная,
Густая. Готово. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у меня Маша сходила на почту. Я заказывала стержни для ручек, которые можно стирать. Хорошо, Ванечка, тихо. И вот они у меня пришли с Алиэкспресс. Они намного дешевле, чем просто вот так заказывать. А к ним еще были два вот такие вот ластика. Голубенький и зелененький. Сейчас попробуем и испытаем их. И я тут вышиваю процесс понемножку. Сижу, пока монтирую. Вот начала вышивать процесс. Почти готовые, кстати, котятки уже. Но об этом более подробно на канале Влог Крокодилес. Ну а сейчас будем испытывать вот эти вот стержни. Так, Машенька мне позаимствовала свой блокнотик. И мы сейчас вот так вот, ребята, прям сделаем. Для чего? Проверим один и второй ластик. Маша говорит, может, второй не работает, поэтому мы решили проверить оба. И сейчас будем стирать. Да, ребят, стирается. Только плоховато. Но, видите, мне надо держать, чтобы кто-то. А так оно хорошо стирается. Так. Вот немножко таким блоком резинкой попробовала. Видите, стирается. И давайте испытаем тоже второй, вот такой же зеленый. Приношу извинения за мои руки. Просто я в огороде вышкалась. Поэтому... Так, вторая тоже работает. Просто эти блокноты ездят, и я не могу. Но он тоже работает, видите. Сейчас все это стеру и покажу вам. Все, ребята, стерла. Вот смотрите, следы даже остались. Видите, вот следы, вот где я чертила, остались. Если кто не верит, думает, что я страницу перевернула, то нет. Вот видны следы. Так что работают эти стержни. Если кому надо будет ссылочку, то напишите мне в личку, я вам дам. Недорого получилось и очень классно.